Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. В Бельцах принимают заявки на участие в конкурсе на звание лучшего предпринимателя. Победители местного этапа конкурса получат возможность принять участие в соревновании на республиканском уровне. Стать участниками конкурса «Лучший предприниматель» могут микро, малые и средние предприятия, если у них нет задолженности по налогам, в их отношении не возбуждены уголовные дела, нет жалоб инспекции труда или профсоюзов о нарушении трудового законодательства. Заявки на участие принимают до 15 апреля в Приморье, кабинет номер 235 и 231, телефоны 0231-230-46, 0231-244-85. Конкурс проводится в нескольких номинациях: «Лучший предприниматель в сфере производства», «Лучший предприниматель, внедряющий зеленую экономическую модель», «Лучший предприниматель в сфере торговли», «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг», «Лучший предприниматель-экспортер», «Лучший предприниматель-новатор», «Лучший предприниматель в сфере сельского туризма», «Лучший предприниматель в сфере консалтинговых услуг», «Лучший молодой предприниматель», «Лучший предприниматель-женщина». В прошлом году в конкурсе на республиканском уровне призерами стали два бельских экономических агента в номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли». Первое место было присвоено ООО «Желебертком», руководитель ИО Тулбери, а в номинации «Лучший предприниматель-экспортер» ООО «СТИП» руководитель Варии Димков завоевал второе место. Победителям конкурса вручили почетные грамоты правительства. Лучший предприниматель сектора малых и средних предприятий в премии и премии в размере 5000 леев за первое место и 3000 леев за второе место. В местном конкурсе в 2018 году приняли участие 50 экономических агентов, а призовые места распределились следующим образом. Лучший предприниматель в сфере производства ООО «Байер Кагра» Юрий Банташ. Второе. ООО «Полимобил» Евгений Неклюдов. Лучший предприниматель в сфере оказания услуг. Первое место. ООО «Лилангеля» Ион Погор. Лучший предприниматель в сфере торговли. Первое место. ООО «Салоника» Владислав Гуцу. Второе. ООО «Желебертком» Ион Тулбери. Лучший предприниматель женщина. Первое. АО «Друмбун» Галина Епурь. Второе место. ООО «Лариат Прим» Светлана Марец. И лучший предприниматель-экспортер. Первое место ООО «СТИП» Валерий Демков. Второе ООО «Текстри» Любовь Амурциту.